Атамбаев любит разбрасываться словами «Досум» и «Партия Алашым», выразился Сооронбай Жээнбеков. Президент Сооронбай Жээнбеков рассказал, что привело к ухудшению его отношений с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. «Для меня было неожиданностью его заявление 31 марта, через 4 месяца после моей инаугурации, в первый непростой период моей президентской ответственной работы. Он тогда обвинил меня в коррупции и аварии на ТЭЦ Бишкека. На съезд СДПК не пустили старых представителей партийных ячеек из Ошской области, которые стояли у истоков нашей партии в самые сложные годы как для самой партии, так и для Атамбаева. Был удивлен таким резким изменением событий», – рассказал он. Жээнбеков отметил, что никогда не говорил о расставании с ним. «Да, мы были однопартийцами и соратниками в течение длительного времени. Попытки сделать из меня ведомого руководителя, через каких-то третьих лиц руководить моими действиями – все это не дает чести ему ни как человеку, ни как экс-президенту, ни как однопартийцу и соратнику. Мне были непонятны эти его стремления. Он часто говорит про эти 20 лет, но я же не баклуши бил все эти годы. Мы вместе с партийцами занимались укреплением позиций партии, особенно в Ошской области, Баткене и Джалалабаде», – рассказал президент.